Привет, бойскауты! С вами Кьюбейт, и добро пожаловать на сайт Лего! Когда я смотрел сайт Лего официальный, я заметил, что в категориях DC и Marvel есть раздел игры. И здесь не только те игры, в которые мы с вами уже играли, именно видеоигры. Это, например, Lego Batman Free Beyond Gotham или же Lego Marvel Super Heroes у Marvel. Здесь еще раздел веб-игры. Это игры для браузера. И я хотел бы сегодня в них поиграть. Здесь есть Бэтмен, Супермен и Бэтмен Demolition Derby. Окей, мы поиграем во все три игры и также поиграем еще в игры у Марвела. Их, по-моему, даже больше, их кажется 4, а здесь всего 3. Давайте начнем, наверное, с игры Бэтмен. Окей, игра Бэтмен началась. Здесь у нас такой Бэтс на страже города. Бэтс, спаси нас! Ну, я здесь, я спасу вас всех. Эй, смотри, что у меня есть, это бриллиант. Окей. Мяу. Бэтмен, она украла все наши бриллианты. Я спасу вас. И все, видимо, в этом заключается суть. То есть нам нужно поймать женщину-кошку. Один прыжок — это просто прыжок. Два — это полет. Ну, планирование и... А, нужно собирать желтые штуки. А синие штуки нужно накапливать. И тогда включается... Окей, джетпак. Хорошо, давайте с первого уровня начнем. Я что-то не уверен, что у меня получится нормально. Ладно. Нет. Как его опустить? Он много летает слишком. Да хватит! Бэтс! Все, вот, можно. Я понял, как приземлять. Просто нужно нажимать еще раз пробел, тогда он успокаивается. Да, все, хватит. Хватит. Есть джетпак! Воу! Джетпак! Почему я не могу собирать синий? Тихо. Я думал, у меня еще джетпак. Это нечестно. Сначала вы даете надежду, а потом отбираете ее у нас. Ладно. Игра суперинтересная. Я, наверное, потом выберу третий уровень, потому что все три уровня проходить это было бы долго. То есть у нас еще две игры есть. Не менее интересно, я уверен. Ой. У нас всего одна синенькая, что? Стоп, а здесь вообще есть конец? То есть мне интересно, просто я буду тупо очки собирать или что? О, все, стоп, я прошел. Так, уровень пройден. Да, мы не поймали женщину-кошку, но мы собрали все эти три ачивки. Давайте, наверное, третий уровень включим, то есть мне интересно, что там в конце. То есть вообще будет какая-то катсцена, может быть, финальная или что-то вроде этого, то есть это интересно. Второй уровень, наверное, просто такой... Соединяющий. Ой, упал. Черт, она ушла. Давай, Бэтс. Нам нужно ее догнать. Полет, эй! Бэтмен. Я не знаю, кто больше виноват. Ты или я? Скорее всего, я, конечно. Там вообще нельзя было пролететь, по-моему. Хватит, давай. Прыжок. Мы не сможем ее остановить. Она уже далеко, по-моему. Она, по-моему, уже все с пингвином там делит эти бриллиантики, и так что нам ничего не светит. Но хоть дойти до финиша, это было бы неплохо. Тут на самом деле все всплывает, все сливается, все в глазах просто плывет. Я не знаю, что нужно здесь делать. Ну все, я труп, да? А нет, я могу прыгать. Я застрял. А вот, нет, все в порядке. Почему-то обычно я умирал, я думал, что я уже умер, думаю, ладно, окей, сейчас заново начнется, но нет. Вот сейчас я умер, да? Да. То есть там уже совсем, там водичка. Отлично. Разгоняемся. О, я прошел. Так, есть все-таки катсцена какая-то. Мы ее ловим в конечном итоге, хоть мы ее и не догнали. Давай сюда. Нет, не отдам. Ну, давай, Бэтс. Где твоя реакция? Отлично. О, круто. И она уезжает. Ладно. Следующее, во что мы с вами поиграем, это игра Супермен. Здесь у нас, видимо, сюжет похожий будет. Так, летит чудо-женщина, ее ловит Лекс Лютер. Она в опасности, в космосе такой лежит, отдыхает, следит за новостями. Ну, кстати, довольно забавная графика, конечно, она в разы хуже, чем в лего-играх, но она неплохая, то есть такая. Для веб-игры... О, окей. Нам показывают управление, то есть как летать нужно и что делает пробел. Пробел — это лазер, окей.
Давайте, наверное, начнем с первого уровня. Ну, опять же так, пройдем первый и третий. Ладно, я должен, видимо, от ракет уворачиваться, от ракет Лекса Лютера. Воу-воу, что с ней не так? Почему она так летает странно? Но эта игра намного легче лично для меня, потому что здесь как бы не нужно прыгать, не нужно вовремя что-то нажимать, здесь просто летать. То есть, ну как бы, уворачиваться от ракет не так уж сложно. Вообще, я могу, конечно, их уничтожать вот таким вот образом, но я хотел уворачиваться. Это же вообще легко. Это ну, Супермена быть легко. Супермен, он бессмертный, и у него крутые способности. О, мы можем снова заледенить всех. Так, вот, три. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, что-то я не вовремя, да. Я хотел собрать все... О, смотрите. Сейчас. Давай, эй, ну эту как не заморозил? Очень странно, что оно не весь экран замораживает. Было бы лучше намного. О, сам Лекс Лютер. Уходи. Уходи, Лекс. Нам, кстати, одна ледышечка. Давай. Я нажал. Давай. Воу, круто. У него не так уж и много жизней. Я думаю, мы справимся. Получай. Ой. Зря я подлетаю. Нужно, наверное, на расстоянии держать. Так легче просто. Когда ты на расстоянии, он точно уж не... Ну, ты успеешь увернуться, он не попадет. Так, я могу, наверное, да? Сделать вот это. Крутяк. Осталось всего чуть-чуть. Всего ничего. Давай. У него как-то очень странно отнимаются жизни. Сначала большая часть этой ячейки, а потом меньше остается. Это странно. Нет, чтобы по одной палочке. Ну, последний, да? Вот, все. Победа! Супер. И давайте третий включим уровень, чтобы понять вообще... Оу, здесь уже другая локация, мы в космосе. Я не знаю, эта штука... Нет. Штука помогает нам, если ее взорвать. Но игры, знаете, такие. Я не знаю, для кого они, то есть, но просто посмотреть их, это забавно. То есть, понятно, что играть в них там часами никто не будет. Это просто, не знаю, сделано для... И сделано для веселья. Вот, больше ни для чего. Да, в принципе, для чего еще? Нет, конечно, есть веб-игры крутые. То есть флеш-игры вообще есть супер-пупер интересные. В них можно залипать часами. Воу. Так, эту штуку хочу взорвать. А, и зря использовал. А что эти штуки? А, это очки, да? Значок Супермена, логотип, это просто очки. И, видимо, я их еще теряю. Плохо. Взорвись. О, отлично. Так, давайте попробуем вот эту штуку сделать. Где снежинки? Снежина! Опять Лекс Лютер, я не успел собрать... О, есть снежинка, не упусти ее. Так, сделаем вот это. Я вообще не вижу, что это что-то ему сносит. То есть, вроде как, какой-то урон есть. Но, по идее, снежинки же долго собираются. Почему, не знаю, не половину жизни там, знаете, или еще. И хотя ничего не замораживается, нет никакой анимации, это странно. Ходи, Лекс. Он, кстати, в своем экзокостюме, экзоскелете. Я, кстати, надеюсь очень сильно, что такой костюм будет в Бэтмен против Супермена. Точнее, Супермен против Бэтмена, вроде бы. Так, нам нужно, наверное, поднапрячься и быстрее его убивать, а то я как-то, знаете, просто летаю и уворачиваюсь. Нужно атаковать. Лучшая защита — это нападение. Вот, и что? Я много ему снес? Скажите, много? Снежинки собираются очень долго, он не ценит наш труд. Уходи. Да, я действительно, наверное, буду взрывать все это дело. Уходи, Лекс, уходи. Ну, осталось чуть-чуть. То есть, вот если просто нажимать, то это легко, очень легко. Вот, все. Он мертв. Отлично. Это победа. И последняя катсцена у нас. Воу. Почему там как будто два Супермена было? И Супс такой сел. И это... Это я спас. А, он криптонит. Я так и подумал, что сначала криптонит, потом подумал, он просто сел. По крутизне своей. Ну, лазером, да? Нет? Эй, все, Лекс Лютер пойман. Хотя у него очень много денег, поэтому он быстренько оттуда вылезет. А ладно, и перейдем к последней игре. И последняя игра работает на Unity.
Это очень странно, потому что те игры работали, по-моему, на флеше, то есть это немного другое. Давайте попробуем в нее поиграть. То есть, о, окей, можем здесь выбирать. Давайте выберем Batgirl, да? Могу Бэтмена, могу Batgirl. Давайте, наверное, ее. Хотя не знаю. Да, давайте ее. Потому что Бэтмен это Бэтмен. Все знают Бэтмена. Так, первый уровень есть. Там, по-моему, несколько злодеев или что-то вроде этого. Так, окей, что я должен делать? Это Мэн Бэт. Он нам показывает, что... Окей. Так, я могу ли как-то стреляться, там что-то вроде этого? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да. Ну и что это за управление? Кто его делал? Оно очень странное, посмотрите. Эй, что за фигня? Так, ладно, вот эти штуки нужно собрать. А, это выстрел. По-моему, я попал, если... Я не ошибаюсь, то я прямо в цель попал. Ладно. Что за Rocket League? Вау, здесь разрушаемые объекты, ребята, это лучшая игра. 10 из 10, где Бэтс? Так, вот на карте, у меня вверху есть карта, да. Так, 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 стоп, 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 где-то, где-то. Давай, отлично, подбили. Может, еще могу? Да, супер. Я думаю, я его вообще взорвал. Там просто такой взрыв был эпичненький. Так, мне бы сейчас собрать... Ой, стоп, это были его мины, да? А, ладно, давайте соберем еще... Что? Я выиграл или проиграл? Непонятно. Ну, вроде бы да, я выиграл. 100%? Хм, хорошо. Что там еще есть? Очень странное, то есть... Ладно. Теперь у нас два врага, это Бэтмен и Женщина-кошка, насколько я понимаю. То есть уровень второй, видимо... Враги все время будут... Ой, карта другая. Ха. Но вот эта игра уже получше. Это уже игра поинтереснее, что ли, но... выглядит она хуже, как мне кажется. То есть, как-то не очень приятно. Слишком какая-то резкая. Трамплины! Что? Может быть лучше трамплинов? Где они? Эй, что за фигня? Ну, я же собрал. У меня даже горело, что нажмите на пробел. Странно, ладно, давайте соберем еще. Вот здесь, например. Подожди, где они? А, эта штука, это нечто другое. То есть это, да. Или стоп, или меняются просто разные оружия. Давайте попробуем. Офигеть. Я не знаю, получилось. А, у Бэтмена вообще очень мало жизни. Они там между собой, по-моему, дерутся. А я такой, знаете, я же такая с полными жизнью. А, блин, вот теперь не с полными. И мне все равно. Ну давайте там уже. Так, давайте соберем. Вот. Мне не совсем понятно, что эта штука делает, но она, по-моему, вот так. Вот так вот. Я сам подскользнулся. И я сейчас взорвусь, да? Ну уже. Так, все. Да? Я их победил? То есть я же один остался. Смотрите, они мертвые. Е-е-е, это победа! Верно. Так, нам разблокирован новый персонаж, видимо. Так, а если... Ой, я не туда нажал. Подождите. Так, главное меню. А, да, у меня новый персонаж. Это женщина-кошка. И что я могу? Я могу против Batgirl, то есть другие здесь... Тут есть двулики, есть загадочник, есть Бэйн. Воу. Пингвин. Кто это еще? Это я не пойму, кто это такой. Это, видимо, другой Бэтмен, возможно. Не знаю. Давайте попробуем, если я Бэтмена включу, там другие будут враги или что-то вроде этого. Так, двулики-то... Воу, нет, это Джокер. Хорошо, то есть немного другое, да. Давайте у Бэтгерл посмотрим. Что там еще есть? У нее есть... Воу, Бэйн открыт! Давайте против Бэйна, мне интересно просто посмотреть. Как будет вести себя Бэйн? Так, снова Мэн Бэт прилетает. Хорошо. Такая песочка. Ой-ой-ой-ой, это Бэтс. Офигеть, здесь врагов. Что за фиг... то есть это для меня плюс или... Или я не пойму. Чего-то я не понимаю, по-моему. О-о-о! Бэйн получил. Бэйн получил, неплохо. Так, я что-то еще использовал. То есть это разные штуки тут. Все по-разному. Так, это по идее, да. Видите, там показывает иконка. Это Бэйн. Стой, где? Я победил? То есть это было очень легко, да?
Или что? Я проиграл, видимо. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом закончим. Это очень странно было, но мне понравилось. То есть, я не знаю, как вам. Мы еще посмотрим с вами обязательно игры Marvel. Подписывайтесь на канал, если вам это понравилось. Ставьте лайки, если вы хотели увидеть нечто подобное. Хотя раньше я когда-то уже снимал и флеш-игры. То есть был отдельный такой, знаете, мини-проект, где я снимал именно только флеш-игры. Если кто-то помнит, то напишите в комментариях. Интересно, сколько таких людей. Всем спасибо, всем пока!